С музыкой по всему свету. Бременские музыканты, детский сад, который открыт на первом этаже жилого дома. 5 групп для детей дошкольного возраста, из них 2 для малышей до 3 лет. Приоритетным направлением садика стал детский туризм. Группы все оснащены игровым оборудованием. Есть музыкальный физкультурный зал. А также наше дошкольное учреждение будет проводить дополнительные услуги. И в этом случае мы закупили интерактивное оборудование. Очень интересное для путешествий детей по разным-разным наукам. Спартак Шомпол впервые пойдет в ясли. Со своими будущими друзьями он познакомился на новой детской площадке при садике. Она уже успела полюбиться детям и их родителям. Вместо советских деревянных веранд – зонированное пространство. А качели, горки и карусели украшают любимые герои. Мы в восторге. Такое ощущение, как будто что это вообще даже такой район, ну, все новое, все площадки инновационные, как бы, скажешь, как будто даже не у нас в Ульяновске. На торжественном открытии Алексей Русских передал учреждению сертификат на приобретение спортивного инвентаря, а будущим воспитанникам вручил путевки в детский сад. Мы уделяем большое внимание развитию дошкольного образования и воспитания в Ульяновской области. Строим новые детсады и целые дошкольные образовательные комплексы. Создаем дополнительные места в дошкольных учреждениях. Садик находится в шаговой доступности для жителей микрорайона «Новая жизнь». Комнаты наполнены играми для творчества и развития моторики. Есть медицинский кабинет, душевые комнаты. Пищевой блок организован по всем требованиям. Детский сад построен по нацпроекту «Демография». Александра Никитина и Владимир Куликов. Управда ТВ.